Скажи громко, как зовут тебя? Андрей. Все, вперед. Ты присядь так ближе. Че, никто тебя не хочет? Тебе еще минуту, потом перелазишь и вниз пешком. Времени нет вообще. Держаться сразу нельзя, да? Можешь. Сначала руки расцепляй от этой фигни, да. С собой не утащишь все равно. А потом прыгай. А мотать можно? Нет, мотать нельзя, потому что дернет как раз таки. Можно двумя руками взять. Все, твоя минута вышла. Я думал, меньше падения.